Здравствуйте, мои дорогие! Вот сегодня еще одна мотивация на уборочку. И это будет кухня. Сейчас у нас на улице дожди, ветрюганище ужасное, видите? Поэтому на дачу не поехала, ну, чтобы время не пропадало. Потому что с дачей так захламляюсь. И столько, в общем, не очень чисто становится. Поэтому сегодня хочу смотивировать вас на уборочку на кухне. Кажется, маленький участочек, но работы будет много. В общем, покажу вам фронт работы. Ну все, мои дорогие, показала вам погодку свою. Теперь переходим на мою кухню. Вот сегодня мой фронт работы. Это помыть все досточки хорошо, потому что они рядом с плитой стоят. И это плиту вокруг, вот здесь помыть все, с боков. Конечно же, помыть, как и плинтус этот, розетку обязательно, потому что она стоит, и все равно видно, что вот эти капли жира или чего-то попадают. Сменить такую втулку, у меня такая, ну, это, здесь висит полотенце для кухни. Полотенце для кухни кончилось, тогда не было у меня, я туалетную бумагу, знаете, там руки вытереть от жира, где-то что-то быстренько жирное. Внутри у меня втулка всегда с пакетами, очень удобно, два в одном. Так что, как бы вот, рейлинг, конечно, помыть, на чем висят эти. Перебрать, какой здесь хлам, что на Викинштейн, потому что много уже лишнего здесь стоит. Вот здесь разобраться, что на Викинштейн. Наверное, мыло заменить или нет. Мыло я сама делала. Вот. Нет, пусть еще повисит, но тоже помыть все. Очень хорошо нужно помыть вот это я парогенератором буду мыть. Чайник обязательно. У меня вообще чайник больная моя. Не люблю, когда он грязный, поэтому, видать, здесь пропускает у меня пар или что. Вот видите, как это накипь такая. Ну, там-то внутри он чистый. Я за этим слежу. Но все равно его нужно натереть, почистить. В общем, расхламить вот это все, что висит на рейлингах, и вот это помыть. Внизу только это. И самое главное, каждую неделю я мою здесь под раковиной. Но в связи с дачей запустила, поэтому нужно помыть этот сток, в общем, стенки. И вот здесь такая уже... Вот видать, то, что мусор бросаем, до капли. В общем, все это нужно сделать. Так что переходим. Показала вам до свой бордельник. Но буду показывать в процессе. Вот еще одно мыло я делала, это с люфой. Очень хорошо, вот мылится оно, да, и здесь какая-то мочалка люфа на даче. Очень отлично, вообще прекрасно, руки. Если грязное, так помыл все. Это я на кухне одно оставила, но еще пока не пользовалась. Да и не буду, наверное, пользоваться, но как-то руки здесь, это надо на дачу забрать. Сейчас вот хочу дать вот промыть вот угол. Мне, конечно, уже по-хорошему нужно поменять эти плинтуса. Но я жду, хочу поменять столешницу, потому что, ну, очень она мне не нравится. Ну, может быть, ну, пока еще терпимо. Но главное, сейчас мне нужно помыть хорошо. Вот это вот. Видите, открылась вода. Так. Вот как верхняя уже чистенькая. Здесь, видите, грязная. Вот. Сейчас. Thank you.
вот. Сейчас неудобно так держать. Вот, видите? То есть класс вообще. Отмывать. Буду дальше отмывать. Ну и покажу, что будет получаться. Ну вот мой промежуточный такой бой. Перемыла эти доски. Чайник. Досточку это, в общем, ведерко мусорное. И теперь та-дам, освободила здесь. Нужно все помыть здесь. Потому что здесь ужас, что творится. Смотрите. Это все нужно отмыть. Отмывать я буду парогенератором. Немножко фонариком подсвечу. Вот. Видно же грязь, да? Здесь тоже надо писать можно. Ой. Здесь все надо помыть, все здесь. Это. Вот видите. Все это я буду мыть парогенератором. Смотрите, какая грязь собирается, видите? Вот еще один такой, не знаю, как бы подсказочка такая. Может, все знают все. Вот мусорное ведро, помыла я его чистенько, но все. Я всегда раз в неделю беру ватный диск, масло любое, которое пахнет там апельсиновым. Мне вот нравится иланг. Я капаю несколько капелек. Это для запаха. Мне очень нравится. И кладу на низ ведерко вот так. А сверху я уже кладу этот пакет. Пакеты специально я не покупаю. У меня пакеты все, которые там с магазина мы приносим. Они еще хорошие, как бы, и собирается их много. Ну, зачем покупать? Вот, конечно, у меня есть и купленные, но используем по мере, если есть, ну, куда их хранить. Так что как-то вот так. В общем, нужно делать так, чтобы запах стоял хороший. Так, что-то колено надо промыть. Сейчас хотела промыть, но у меня посудомойка работает. Поэтому не буду сейчас откручивать. Так, в общем, покажу, как получится. То неудобно снимать и чистить. Ну вот, мои дорогие, получилось как-то вот так. Здесь, значит, это я оставляю, если я мою, мойки, вилки, ложки, там быстро сюда. Это... Всегда мне нужна очистка под рукой. Здесь у меня мелкий мусор. Он с пакетиком. Накопился, все собрала, чтобы каждый раз в мусорку не лазить. Это когда варю кушать, ложка-держатель. Ну, вот это вот не придумала никуда. Нет у меня маленького такого шкафчика, чтобы без продукта было, пока оно здесь. Мочалка, мыло. Это тоже не убрала. Это надо, чтобы оно было в свободном доступе. Оно у меня в резиночке. И здесь открывается вверх, так там кожура от яиц на даче. Два всегда у меня воды графина, чтобы было набрано. Ну, чайничек мой помыт, все. Доска помыта, ну, плита всегда помыта, досточки все помыты. И да, вот сделала наконец-то полотенце, туалетную бумагу убрала, где у меня лежат пакетики. Так, и вот у меня останется на завтра. Почему на завтра, объясню. Розетку помыть, свет надо выключать. Ну, а так как сейчас все там, кто муж смотрит телевизор, в общем, не это. Нужно сифон внизу помыть, сейчас покажу. И поменять фильтры для воды.
Почему записываю? Потому что если не запишешь, все, так и не сделаешь. А так это уже будет. Это. Здесь тоже все помыло. Все чистенько. Так, сейчас... Ой, как-то неудобно показывать. Получилось как-то так. Чистенько. Вот этот сифон. По-моему, завтра внутри. Так-то он чистый, но внутри надо. Я его снимаю, потом ёршиком, там, потом заполняю или содой, или уксусом, чтобы внутри тоже почистилось. Как бы. И, слава Богу, с Божьей помощью все получилось. Ну вот и все, мои дорогие. Если кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Предлагайте свои темы, запросы. Так что всем пока-пока, мои дорогие. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить новенького. Пока!